Здорово, друзья, это Никос Вин6. Сейчас будет видос, который всегда бомбит. Все видеоролики насчет аккумуляторов всегда у всех бомбят. Сейчас будут знатоки писать, это невозможно, такое не может быть, вы врете, все дела. Ну, в общем, вот, маленькая предыстория. Был у нас аккумулятор на мопед, ему настала хана, корпус треснул. Все. Что делать? Самый дешевый 900 рублей, самый такой понтовый на мопед 1300 рублей. Вот, смотрим. Отец вам сейчас все расскажет. Итак, вот что аккумулятор. Вот 12-вольтовый, во-первых. Ну, китайский, естественно, вот в Китае. Так, он... 28 ватт, что ли, что тут? Да, 28 ватт, 12 вольт. И что? Это у меня крутой сегодня подгон к мопеду. Он был полностью сухой. И запукорен крышками, никто ни разу не открывал. Я посмотрел, там пластины все светлые, белые. Никто туда не лазил. Электролит залил. А то скажет кто-то, что сюда нельзя заливать. У меня такой же есть, только 6-вольтовый. Я фонарик заправлял электролит. И все работает. И сюда электролит залил. Я сейчас вот час погонял, был ноль. Напряжение мультиметром мерил. Ноль был совсем. Стал заряжать. Электролит залил, стал заряжать, не заряжается. Я обратную полярность сделал, плюс на минус. У меня дошло до 4 ампер, до 4 ампер дошло. Ну, где-то минут 2 он поднимался, даже нету, вот до 6 ампер почти дошел. Поднялся и остановился. И потом я уже, как полагается, плюс на плюс, минус на минус поставил, и он пошел, стал заряжать. Но долго заряжает что-то. Ну, как долго? Вот я где-то час погонял. Первый электролит я погонял, вылил. Гляжу, что-то плотность маленькая. Слил я баночку, замерил, плотность маленькая. Слил, новый опять залил. И вот итог, после часа зарядки... У меня 12,6. Вот. Вот две лампочки 12-вольтовые последовательно. Вот. Плюс, допустим, и вот плюс. А эти вместе. Давай подключай. С коля вместе. Вот две по 12 последовательно. Смотрите. Нормально горит. Вот одинарный будет. Ух ты. Ярко. Ярко. Это я сейчас заряжал. Но я еще часа 4 позаряжаю. Он плотность лучше наберет. Вот. И этот аккумулятор, по его глянем. А этот вот аккумулятор. Я сейчас его разряжал. Вот. То же самое с ним проделал. Вот опять надо разряжать. Вот. Заряжаем и разряжаем, да. Лампочками. Разряжаем, заряжаем, разряжаем. А тут где надписи? Ведь, кто его выкинул? Все пластины целые, там все бело, но он новый. Да, полярность, да. Поменял, и он начал заряжаться. Дельта? 12 вольт, 7 ампер часов. Дельта. Вот. Ну, это я разряжаю, сейчас я буду заряжать его тоже. Вот. А тут какая жидкость была или нет, ты когда смотрел? Он сухой был, этот был сухой. Точно, что этот сухой был, и этот сухой был. Ну, это вот прям очень хороший, мне прям понравился. Он такой этот объемистый, 7 ампер часов, а мощный. Там свинца много. Значит, он будет работать хорошо.
Я такой смотрел с крышкой, вот, типа гелевый. Да. Вот он будет работать, вот этот вот. Очень хорошо должен работать. Он массивный, потому что объем, видите, какой большой. Это просто так вот бесплатно отдали отсюда приемки. Бесплатно, ребят, говорит, знаете, вот, на, вот забери, если, говорит, вас восстановишь, заберешь. Ну вот, у меня получается вроде бы. А я свой старый тогда им отдам. А у меня на багажнике там на сиделке болт торчит. И он мне здесь протер внизу. И стал втекать. Вот теперь рабочий аккумулятор придется сдать. Им бесплатно тоже отдаем. Ну, бесплатно, взамен. Взамен. Ну, говорю, им бесплатно отдаем, и они нам бесплатно отдали. А это вот я сейчас разряжаю. Вон, 10,6 вольт. Опять надо разряжать. Так что вот за бесплатно два аккумулятора. Я тогда еще говорил, если все пластины целые, то можно заливать электролит. Ну, если в него можно заливать электролит по документам, все дела. И он будет работать. А убился вот этот, да? Вот у меня он 4 ампер часов. Я лучше 7 поставлю. А это придется. Но он хороший. Он хороший. Вот тоже. Две лампочки последовательно. Отлично. Жалко, придется сдать его. У кого-то нет, а я вот отдавать буду. Вот. О, ярко горит. Ну это с 7-го года, 10 лет ему. Он тоже, когда я мопед, у меня его подогнали мопед. Он был тоже сухой, никто его не заряжал. Я его промыл, залил, и вот он 10 лет, он все работает. Но емкость маленькая, вот эту помощнее лучше. Это на скутера идет, вот такой вот. Я да, спрашивал. Это на скутер, вот этот хороший вот. Разница, что этот вот. Вот, видите, насколько. Угу. В два раза считай. Подожди-ка. Ну все. Ну все, друзья. Всем пока. До следующего видеоролика. Разрешаю бомбить в комментариях. Ну, мне подгон богатый отдали. Да. Подписывайтесь на мою группу ВК и на YouTube.